Познакомьтесь, доктор Бернар Лиетер, известен как архитектор евро. Также он президент фонда Бенкер и автор многочисленных книг и статей о денежных системах. Он уже почти 4 десятилетия активно работает в сфере денежных систем. Доктор Лиетер – автор широко известных книг, в том числе «Будущее денег», «Деньги и устойчивость», «Новые деньги для нового мира». Бернар Лиетер совместно разработал и внедрил механизм конвергенции в единую европейскую валютную систему евро и стал президентом электронной платежной системы в Национальном банке Бельгии. Business Week назвал его лучшим валютным трейдером в мире в 1992 году. Доктор Бернар Лиетер также является президентом фонда Бенкер и присоединился к проекту Кеша в качестве стратегического советника.